Бикшалакабритамукам таво кундаласри Гандосталадхарасудам хаситабулукам Даттявайанча пуджаданда югам билакчо Бакшо сриёй караманча бхавамадасьяха Бикшалакабритамукам таво кундаласри Гандосталадхарасудам хаситабулукам Датто ваянче бхуджаданда югам билакчо Бакшо сриёй караманча бхавамадасьяха Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад Джагат Гуру told Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если мы не привлекаемся мадхур расой, если мы безразличны и пренебрегаем великолепием наилучшей, наивеликолепнейшей мадхуре расы, которая доступна только на Голокадхаме. А паракия мадхура раса, она доступна только внутри Вриндавана. И в этом случае, несомненно, такие люди будут вынуждены оставить бхагаватсеву, и материальное беспокойство и всякие материальные вещи придут в их жизнь, и это станет причиной их падения. И вот Гаудия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру говорит, что если мы не чувствуем влечения к великолепной мадхур расе, если мы пренебрегаем, игнорируем ее, то тогда материальные осквернения придут, осквернят наше сердце, и это станет причиной нашего падения, поскольку если мы не чувствуем влечения к трансцендентной мадхуре расе, к божественной чите, то тогда искаженное отражение, это материальная мадхура бхава, она заденет и осквернит наше сердце. Я уже сказал, в этом материальном мире, этот материальный мир, он есть искаженное отражение того трансцендентного мира, и то, что великолепно, превосходно в том трансцендентном мире, то в этом материальном мире это неуважаемо, считается плохим. То, что великолепно, превосходно в апракрита джагате, в трансцендентном мире, это плохо в этом материальном мире, поскольку это есть, этот материальный мир – это искаженное отражение того трансцендентного мира. И вот если мы будем стоять перед деревом, точнее перед озером с деревьями, то можно видеть в воде отражение этих деревьев. И в этом отражении можно видеть, что все наоборот. Деревья стоят корнями вверх, а кроны вниз. Earth surface going up, but when we look the picture, reflection in water, we can find just opposite down. Мы видим, что деревья растут нормально, но в воде наоборот все отражается. И такой же пример с духовным миром. Шрила Прабхупад говорит, в то время как апракрита мадхураса настолько великолепна, но в обусловленном состоянии невозможно понять этого. И люди, они, несомненно, будут запутаны и не поймут великолепие всей этой мадхуре расы. И поэтому
В этом трансцендентном мире, во Вриндаване, там, где Шри Кришна и Ишварах Парамахкришнах, он единственный герой, единственное действующее лицо. И а гопи, это и, а все остальное это объекты его наслаждения. Что такое расататва? У нас есть тема, которую нужно обсудить насчет расататвы, она очень важна. Люди часто неправильно понимают, я скажу, на отражение того трансцендентного мира, и я уже объяснял много раз о том, что Адвайгантатва Бхагаван Парат Паракхилешвар, кто может найти недостаток в Кришне, нет никакой другой татвы, только одна единая татва. Но эта единая татва, она выражает себя вот согласно этой шлоке. «Коахам бахушьям» — «был один, а стал многим». Если Бхагаван хочет явить какую-то лилу, то в одиночестве ему этого не сделать. Как он может какую-то лилу являть в одиночестве? И вот в Упанишадах говорится, что Господь в одиночестве, Он не может обмениваться бхавой, прямой любовью с другими. Это невозможно. И поэтому Господь был один и стал многим. И вот Господь проявил Себя в различных формах. И вот сейчас суть в том, что Адвайгантатва нет никого, кто мог бы найти недостатки в Кришне. Нет никто, кто бы осмелился это сделать. И вот в Апракрита Джагате, в трансцендентном мире, все, что Бхагаван Шри Кришна делает, в материальной концепции можно подумать, что это плохо, нехорошо, как тот же вопрос, который Парикшит Махарадж задал. И вот Парикшит Махарадж задал тот же вопрос Парамахамса Гурудеву Шукадеву Госвами, то, что Парат Паракхилешвар Бхагаван, он, несомненно, совершил ошибку какую-то. И как это возможно для него это сделать, в то время как он защищает дхарму и все остальное? Как это возможно для него совершить такое недальновидное действие, плохое, в общем, как это возможно для него? И поэтому Парикшит Махарадж задает такой вопрос для нашего блага. Шукадев Госвами отвечает, что Господь не совершал никаких ошибок. Кришна, Он совершенен. Не может быть такого, что Кришна делает что-то неправильно. То, что Он делает, это совершенно. Гопи. Кришна, Он везде, Он везде сущ. Параматма, Он пребывает в сердце каждого, даже в сердце гопи. И Бхагаван в форме Параматмы пребывает в сердцах всех гопи, всех живых существ, в сердцах гопи и в сердцах мужей гопи, где его только нет. Кришна, Он присутствует везде. Если бы Кришны не было, то было бы все бесполезно.
было бы просто материальное тело без ничего, поскольку если Бхагаван Шри Кришна Параматмы не было бы в форме Бхагавана Шри Кришны, то как бы атма, душа находилась бы там, а душа находится благодаря Параматме в теле. Но дживатмы, они не могут чувствовать, что там Параматма, и в этом их ошибка. Всегда и везде, в течение бесконечного времени, дживатмы, Параматма, они такие близкие друзья. Это у дживатмы и параматмы это единственный друг, тот, кто думает о ее вечном благе. И вот, если есть параматма, то дживатма, соответственно, там же и параматма, она присутствует в каждом сердце. И это параматма. Kirana Nemo for playing a nice game to exchange rasa. Kirana Nemo Deho Bhag. Here you can find in the form of Shyam Sundar. И здесь можно найти его в форме Шьяма Сундара. Здесь Параматма, Верховный Господь, он является в форме Шьяма Сундара. И что плохого в этом? Никакой ошибки не может быть, и этот материальный мир, он искаженное отражение того трансцендентного мира, и здесь, в этом материальном мире, все, что мы делаем здесь, любые явления, которые происходят здесь, как любовь между мужчиной и женщиной и прочее, все плохо, но в трансцендентном мире то, что наивысшее там, в этом материальном мире, оно низшее. Оно самое плохое. И таким образом Шрила Прабхупад приводит пример, если кто-то не чувствует великолепия Мадхурья расы и не привлекается этой Мадхура Бхавой, то тогда он будет осквернен какими-то материальными вещами и потеряет свой характер и все остальное, и оставит Харисеву в итоге. И таким образом, а если кто-то чувствует ватсалья расу, родительское чувство, то в этом случае, если он не чувствует ватсалья расу по отношению к Кришне, то материальная ватсалья раса, привязанность к детям увеличится таким образом. Если они не чувствуют такое дружеское отношение к Кришне, если они не думают, что Кришна наш друг, то какие-то материальные друзья появятся и станут причиной падения такой души. Вот в этом такая плачевная ситуация. И вот я говорил о том, как получить доступ в эту севу в духовном мире, это очень сложно. В начале всего есть большое препятствие. Я обсуждал, как избавиться от этого препятствия, как почувствовать ложное эго. И вот эта концепция, он и она, эта концепция неприменима к душам. Материальное тело может быть мужского или женского пола. А к душе понятие пола неприменимо. Но так или иначе, дживатма значит шакти. Дживатма значит шакти. И вот шакти значит, мы должны думать так о ней. И вот та великолепная Бхава, дживатма, которую может обрести Махапрабху, говорит это Гопи Бхава Манджари Бхава. Такое чувство мы можем найти в книге Госвами
Пракито Бапурадишу, Си Кришна Кипая Гупи Дехе, Браджи Васами Ахам, Радхика Мучари Бхутва, Паракио Расе Сада, Радха Кришна Биласесу, Паричарджам Кароми Ахам. Обхиманам Паритяджам. И вот оставив свое ложное эго и все другие вещи, связанные с телом, и вот это материальное тело, ум и все остальное, что связано с ним, пракрита, адишу значит материальный ум и все остальное, и вот абхим, Sri Krishna Kipaya Gopi Dehe Braje Vasami Aham. By the mercy of Krishna. И вот по милости Кришны, а как мы можем обрести милость Кришны, по милости преданных Кришны, у которых есть раса татва внутри их сердца? Sri Krishna Kipaya Gopi Dehe Braje Vasami Aham. By the mercy of Krishna. И вот по милости Кришны, по милости всех Рагануга Бхакт, Расик Бхакт, мы можем обрести полную милость, и тогда после этого мы можем родиться в теле Гопи. Здесь Ахам значит, что я буду находиться во Вриндаване, и после этого, естественно, я могу развить мои отношения с Радхарани, ее друзьями. Я могу обрести общение с ними и стать их последователем, их последователем. Вот о свакхи, паракхи я уже говорил, свакхи – это какие-то отношения, ограниченные правилами, предписаниями, ограничениями, а паракхия, она есть только внутри. Внутри Вриндавана больше Паракия Бхава нигде нету. Паракия Бхава – это Бхава без всяких ограничений. И вот они служат Кришне, согласно их Бхаве. Кришна не обеспокоен ничем, поскольку в этой Бхаве нет никаких ограничений. И вот я всегда хочу следовать тем последователям Радхарани и когда Радха Кришна Вилас происходит, я могу совершать мое служение там. This is the feeling of a Рагануга devotee. И вот это чувство Рагануга или Рупануга преданных, такое наивысшее чувство. В итоге они хотят служить Югала Вилас, божественной чите, без всяких ограничений. И вот они хотят служить ей под руководством Лалиты Вишакхи и прочих этих гопи. И вот Наротам Такур, он дает нам такое указание, то, что в Баджан Сиддхи, когда мы обретаем Саруп Сиддхи, потом Наротам Такур, он говорит нам, что я могу, я рожусь в Вришабханупуре, и там, после этого я пойду туда, куда именно? Приму рождение в Вришабханупуре, потом отправлюсь в Яват. И вот эти слова значат, что есть какие-то там эти касты.
авиры какие-то. Во Вриндаване много разделений, яты, авиры и прочее. И те, кто заботится о коровах, и вот Такур Махашой, народом Такур Махашой, он показывает наши Васту-Сиддхи. И в состоянии Васту-Сиддхи мы можем обрести, вот родиться. Йога-майя сделает так, что мы сразу же родимся в как той или иной браманде, где это лила происходит согласно нашему настроению. Йога-майя может нас туда перенести, и мы сразу же окажемся внутри Вриндавана, там мы родимся как дочь Гопи. Такова процедура, которую мы должны пройти. И вот сейчас та шлока, с которой я начал, она очень важна. Шрила Прабхупад очень часто объяснял ее. И вот, увидя эту красоту, чарующую красоту Кришны, и вот в киртанах такие слова есть. Кундал значит эти кольца в ушах, прекрасное лицо, подобное лотосу. И когда Кришна улыбается, а точнее, когда вот эта гопи, она улыбается Кришне, то чувствуется, что нектар исходит из уст Кришны, и его щеки, когда Кришна улыбается, в этой улыбке можно найти множество указаний. Но обычные люди не могут этого почувствовать, только гопи могут чуть почувствовать, что имеет в виду Кришна своей улыбкой. To increase karma, apragita karma inside the heart of gopikas. И вот Кришна смотрит так, чтобы увеличить трансцендентную карму в сердцах гопи. И это естественно для него. Кришна, он смотрит на них таким образом, как он как будто приглашает их. Они чувствуют желание, трансцендентное желание. Это према. Я уже сказал. Премуйго гопураманам кама ити агама бихо. What is kama? Что такое кама? External you can find. Внешне мы можем найти. Кама. Каму, но это может быть према для них, а для нас ничего нет. В виде премы все в виде камы. На каждом шагу мы думаем о каких-то наших личных этих удобствах, преимуществах, выгодах. И вот здесь дальше говорится, что по отношению к Кришне, что его руки столь длинны, подобно змеям. Как вот в этом стихе. И вот когда твои длинные руки покажут нам жест бесстрашия, что не бойтесь, я здесь. И
И увидев это, на твоей груди всегда присутствует Лакшми Деви. И какой-то там этот Лакшми там в форме, в общем, в какой-то форме там находится на груди Кришны. И твоя широкая грудь, на санскрите мы говорим вот такие слова, так означают они широкую грудь. И вот, посмотрев на тебя, мы хотим отдохнуть на твоей груди, как Лакшми. Мы готовы продать себя, как служанок. Мы хотим быть твоими служанками. Поскольку мы чувствуем, что нет никакого другого пути, как обрести служение тебе. И вот гопи, они говорят в Гопи-гите, что мы Асулка-дасика. Мы твои не такие бесплатные слуги. Асулка дасика значит те слуги, которые не ожидают никакой оплаты за свое служение. Твоя оплата за наше служение — это твоя любовь. Мы любим тебя, поэтому хотим служить. Никакой другой причины этому нет. И кто остановит нас? Никто не смеет остановить такое влечение к Кришне. Кто может остановить их? Но в процессе такого баджана это не вопрос каких-то лекций. Если кто-то, какой-то расик бхакта, совершает такой баджан, только он может осознать, а посторонние люди не могут этого понять, для них это невозможно. Особо все время, даже под именем Рагануга Баджана, Рупануга Баджана, кто-то занимается какой-то коммерцией, пытается себя показать как Рагануга Бхакту, как Гопи. Это выглядит отвратительно. И как такие люди достигнут успеха в баджане? Есть много препятствий. Я не хочу вас разочаровывать. Я просто покажу, что путь бхакти, он усыпан колючками буквально. И если мы не получим уникальной милости Нитьянанды Гурахари, нашей Гурварги, то как, что нам делать? Нет никаких других вариантов. Как вот говорится в этом киртане, здесь Нитай значит все спутники. Нитьянанда Татва, туда же Бхакти Татва включено. Нитайра Чарнасотя Тахаро Севака Нитья. То есть как Нитьянанда вечен, так его спутники, они вечны. И мы должны уповать на милость Нитьянанды. Стопы Нитьянанды, они вечны. И преданные, которые служат им, они слуги Нитьянанды, они также вечны. Их можно найти у лотосных стоп Нитьянанды. Они вечны. И мы должны думать о Нитьянанде все время, но в процессе нашего уникального баджана бесчисленные барьеры возникают. Я не могу их посчитать. Они просто бесчисленны. И как же их пересечь? Если наш баджан совершенен,
то тогда мы сможем преодолеть все это. Даже Махапрабху, он говорит Санатане, о Санатан. Махапрабху дал хороший пример. И вот сейчас вы поймете значение Рагануга Баджана. И Махапрабху говорит Санатане, о Санатан. Однажды один молодой человек плакал. Почему? Потому, что он был, в общем, уехал куда-то, а отец, когда отец умирал, он в то время оставил наследство. А вот этот его сын был не дома, и куда-то в отъезде был, и отец во время смерти раздал свою собственность детям. И когда младший брат вернулся, увидел, что ничего не осталось. И вот он начал плакать, горевать. Отец вроде все раздал это наследство, здание, деньги какие-то, бизнес какой-то. Все, что было, раздал. Но когда этот младший брат приехал, братья все забрали, сказали, тебе ничего не осталось. Как? Ну, не знаю, вот отец раздал все, и ничего не осталось. И вот он плакал. Плакал, думал, как же жить, ничего не осталось мне. И он встретился с одним сарвагья. Сарвагья – тот, кто видит прошлое, настоящее и будущее. Прошлая жизнь – это не шутки, не каждый может рассказать, только сарвагья – тот, кто имеет особые такие сверхъестественные силы, он может рассказать об этом. Обычные люди не могут все так взять и рассказать. И вот в то время вот он плакал и так встретился с сарвагьей, который мог предсказывать прошлое, настоящее, будущее. Вот он спросил, чего ж ты плачешь? И тот сказал, почему плачет? И сарвагья посмотрел его удачу, его прошлое, будущее, и сказал, кто тебе сказал? Ты очень богат, великое сокровище ждет тебя. Я расскажу тебе, как это обрести. И этот сарвагья начал рассказывать, смотри, это не аллегория, а такая иллюстрация, с помощью которой обусловлена душа может понять, где, как нас ждет великое духовное сокровище. Оно ждет нас. И поэтому Махапрабху дал такое указание. И после этого сарвагья сказал, хорошо, я сейчас расскажу, как тебе обрести его. Вот в том лесу огромное богатство ждет тебя. И я пойду искать, где же это все. И вот тот пошел искать, но тот сказал, нет, нет, не спеши, сначала ты слушай меня. Ты должен вот так и так идти, иначе, если ты будешь идти, как попало, ничего не обретешь, а наоборот, потеряешь все, даже можешь умереть в процессе. Что действительно, да. И тогда этот сарвагья, он дал такое указание, что на юге, если ты пойдешь на юг, там питон, он может сожрать тебя и сожрет, и так и не дойдешь до своего богатства. А с севера якши, злые духи, они охраняют это место. Там тоже делать ничего. А на запад, если ты пойдешь, там эти
пчелы, бесчисленные черные пчелы, которые очень ядовитые, могут тебя ужалить до смерти. Брамра такие, ядовитые пчелы. Вот они там могут зажалить тебя, ты помрешь. И что же делать? Есть один открытый путь, это восток. И вот с восточного направления ты должен аккуратно подойти. Там ты должен копать. Очень осторожно иди, копай землю. И, в общем, там и там копай, и там ты можешь найти свое скрытое сокровище. И вот таким образом Махапрабху дал нам указание Санатани. О Санатана, ты знаешь, каково это скрытое сокровище. Это Бхагаваттва Вигьян Кришна Према. То, что мы можем обрести, это такое сокровище. Все сокровенное ты можешь обрести там, но ты должен быть искренен и серьезен. Тогда ты сможешь обрести, иначе нет. И вот путь Бхакти, он усыпан колючками. Есть десятки миллионов колючек, всяких преград, препятствий на пути к нашему успеху. Не так просто достичь успеха. И вот мы должны быть очень осторожны, преодолеть все эти преграды. После этого в Расамрита Синдху Рупа Госвами Пад говорит: Javat Pisachi Hiri Vartate, Tavad Bhakti Shukasya Trukasam Abhudaya Bhavate. How you can get that prema? Как мы можем обрести прему, у которой есть скрытое сокровище, в то время как букти, мукти, все желания посторонние, осквернения, они пытаются проникнуть в наше сердце, сколько чистоты нам нужно иметь в нашей жизни, чтобы ожидать, что такая бхава явится в нашем сердце. You cannot get bhakti. What to speak about Raganuga bhakti? Plain general bhakti you cannot get. Что говорить о Рагануга бхакти? Даже обычная бхакти очень сложно обрести. Даже на пути Ачарья Марга это невозможно. И Рагунадас Госвами также пишет. Катам саду премас пресати сучиретат нуну манасикша. И вот монах Шикша, он приводит такие слова, что она сравнивается с Швапачарамани, то есть какой-то такой скверной женщиной Швапачи, которая идет собак. И если мы будем говорить просто о сухой философии, это плохо, этого мало. И вот я уже сказал то, что как мы можем достичь этого. Вначале всего кратко. Radha Krishna Vilaseshu Puricharjam Karomi Aham. This should be a tremendous desire. И вот у нас должно быть огромное желание. Рагануга преданные, они всегда хотят достичь Кришны, и такая надежда народом Такур. Он говорит, мы можем обрести это из книг Госвами, но народом Такур, он тоже народом Гасай, он пишет очень простым и понятным способом, как это, через киртаны, он очень простым и понятным способом говорит. Но кто понимает эту прартхану, прама-бхакти-чандрику, не каждый понимает их, и в один день, если кто-то поймет эти киртаны, великолепие этих киртанов, они поймут и смогут все это делать, но не все поют эти киртаны, а хотят просто перепрыгнуть к Уджала Ниламани, чтобы помереть. Если они прыгнут в такой огонь, то кто защитит их? Они просто сгорят там. И поэтому вот я говорил о настроении Мадхавенда Пурипада, когда он оставлял тело.
у него было такое чувство Мадхура Вирахи. Мадхур значит Мадхуранат. Сейчас ты был в Вриндаваначандре, но ушел в Мадхуру и не отвечаешь нам. Может, у нас нет никаких достоинств, чтобы служить тебе, вот ты ушел от нас. И это один из видов Випраламбха Бхавы. Випраламбха Бхава может повлиять на наше сердце, если мы достойны всему следуем. Випраламбха Бхава — это не шутки. О, Мадхуранат, ты уехал в Мадхуру, оставив нас, и мы думаем, как же мы можем жить без тебя. И народ Амтакур, он поет прекрасные киртаны, каждого киртана есть определенные эти раги, настроения, бавы. А если мы не понимаем значение этих киртанов, что толку? Кабе Кришна Дхано Пабо Хияру Маджаре Тобо Джурай Го Тапито Паран Джурай Го Тапито Паран Саяйя Дивохия Васаиво прано прия, нирокиво сечандо боя. Хе саджани, кабе мор хой бешили, кабе мор хой бешуди. Сепану на тиру санге, кабе ва фири боранге, шукомай жамуна пули, шукомай жамуна пули, лалита вишака лая, тахаре бхати бо. Саджайя нана упахар, саджайя нана упахар, садаю хайя видхи милай бегуно нидхи, хену бхагго ки хайбе амар, хену бхагго ки хайбе Даруно бидхиро нато, бхагило премеро хато, тило матро наракхило тар, тило матро наракхило тар. Кахе нароттамо дасо, киморе джибоне асо, чаригело Брджендо Кумар, чаригело Брджендо Кумар, кабе Кришна Дхано Пабо, хияро маджаре Тобо, джурай го тапито паран, джурай го тапито паран. И вот Наротам Такур написал такой прекрасный киртан, когда же мы обретем это великое сокровище Кришна Дхан, когда же я это сокровище Кришны помещу в свое сердце и потушу мое горящее сердце. И мы можем обрести Кришну перед нами.
chandan and all cosmetics, everything tila to Krishna Sajaya Divohi. Basaigo Panapriya. We can get Krishna seated in front of us. И когда же Кришна будет находиться рядом с нами? We can go on looking. И мы будем смотреть the wonderful, на чудесное face of Krishna. Лицо Кришны. This way, и таким образом Нарутам Тхакур, он говорит и детально. И в итоге Нарутам Тхакур, он плачет, поскольку Нарутам Тхакур, он выражает Мадхур, Вибраламбхабаву, что толку от моей жизни, поскольку Нанданандан Кришна, если Враджендра Кумар уже ушел, что делать с этой жизнью? Она бесполезна. Как Махапрабху говорит. Люди могут как-то имитировать, но вскоре это все будет видно, кто имитирует, а кто делает настоящее, что-то по-настоящему. Махапрабху такое же чувство выражает. I have no drop of prema. У меня нет ни капли премы ради Кришны. Даже запаха этой премы нету, но все же я пытаюсь обрести. Я делаю что-то, чтобы хотя бы в будущем ее обрести. И таким образом Махапрабху, он говорит, он показывает свою Вибраламбхабаву. Tathapi krandami, I am crying. Why? To show my luck. At least I am trying to. This kind of love is rare, no? Treasure, secret treasure. Still I am trying. Это сокровище премы очень редко. Я не могу жить без Кришны. This kind of love is rare. Это такое чувство, но очень редко. Бамши Бадан. Вамши Вадан, Бхагаван Шри Кришна, он играет на флейте. Как я могу жить, не смотря на лицо Кришны? Я бесстыж. Как я могу жить дальше, не видя лицо Кришны? Когда Враджендра Кумар ушел, Нарутам Тхакур, он плакал и говорил. Это произошло по воле Творца. То, что рынок премы, он закончился. И не осталось ни капли премы, все ушло. И вот Нарутам Тхакур говорит, что мне дальше делать? Враджендра Кумар, Враджендра Нандан ушел. Что толку жить дальше? И вот наши гуру-варга, иногда они хотят спрятать свое настроение, поскольку если они открыто будут говорить, то мы будем думать, что это очень дешево, и поэтому начнем имитировать. Поэтому они, Сиддхартха Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они имеют эту бхаву, но в открытую не показывают ее. И Шрила Прабхупада также делает. Иначе обычные люди, у них нету даже их анартхи не ушли, они полны анартхи. Они могут подумать, что они могут начать Рагану Габаджи, но это неправильно.
И вот Шридхар Махарадж говорит, где эта великая баба и где же я, падшая душа. И поэтому он всегда пытался как-то спрятаться. Но когда они встречаются с чистым преданным, подлинным чистым преданным, то тогда проблем нет никаких. Они могут открыть свои чувства. Как в этой шлоке говорится, что нет никакого, ничего самого сокровенного, о чем бы Гурудев не мог бы рассказать своему подлинному, совершенному ученику Снигда Шишье. This way, actually, we can get the scope. That's why we are going to find it. Мы должны следовать этому стиху «Саджати раса яснигде саду санго сатовари». Иначе мы можем быть обмануты. Гуру Вайшнавы, они хотят дать нам это сокровище, но они не видят, кто мог бы его принять. И вот Рагунат Дас Госвами, он рассказывает о том великолепном чувстве, которое они хотят дать нам. И вот можно вспомнить, вчера я говорил о Сакья Бхаве Парабхи. Я Бхаве, она есть только внутри Враджадхамы. И мы должны следовать им. Почему Паракья Бхава более великолепна? Поскольку эта према, она настолько редка. Если према везде доступно всем, то не было бы такого великолепия. Если према есть везде, даже на каких-то обычных уровнях, то тогда великолепие ее не получится. В Шичитане Читамрите говорится, как в Киртане Нарутам Такура. Нарутам Такура говорит, что наша удача не... Мы неудачливы, поскольку Творец, он разрушил рынок премы, и према вся пропала. Почему Паракья раса столь великолепна? Поскольку она редка. Согласно времени и месту обстоятельствам, она иногда является, хотя Паракья она... Всегда есть, но редко. И Радхарани, Кришна, Гопи, они пытаются служить Кришне, но не всегда получается, и на пути их служения множество преград возникает. И вот когда Рай Махашой говорит о великолепии этой сокровенной премы, то Махапрабху очень счастлив становится. Рай Махашой говорит, без Випраламбхи. Раса пушти, мы не можем найти такое насыщение расы. Без Випраламбхи мы не можем найти такое великолепие премы. Иногда можем, иногда не можем, иногда препятствие какое-то, еще одно на пути к какому-то служению возникает. И поэтому вот это без Випраламбхи, без разлуки. Без разлуки нет сладости встречи. Hero and heroine in material world you can find.
Как в материальном мире, если например, у мужчины и женщины много препятствий для их встречи, то эта любовь, она из-за такой разлуки, она усиливается. А что говорить о трансцендентном? О Кришне и Радхарани, о Гопи, они любят друг друга, но куча препятствий, проблем, разлуки. И это только усиливает и насыщает эту расу. So Nayak Shiromani, Bhagavan Sri Krishna, and Nayika Shiromani, the topmost heroine is Radharani, and topmost hero is Sri Krishna. So always they are feeling Vipralamba Bhava and Vishuddha Nirmal Premin Murti. И они чувствуют разлуку по отношению друг к другу. Я уже говорил из Брахма Самхиты. Те, кто являются олицетворением премы, воплощением премы. И Махапрабху очень доволен, и Махапрабху говорит, limit doesn't mean there is limitation. И это, вот Махапрабху говорит, это наивысший лимит, но слово лимит не значит, что это ограничено. Просто это все бесконечно, безлимитно. А это слово, оно как-то эту Кришну, оно просто показывает, насколько это велико. После садханы, какое великолепное достижение мы должны обрести. Это сатья-васту, это цель садханы, она великолепна, и по Твоей милости я узнаю об этом. By the mercy of Gauranga, Gauranga Mahaprabhu became very happy. So after hearing the, all the topmost И Махапрабху был очень счастлив, услышав от Рай Рамананды описание всей премы и чувств Гопи. И Махапрабху сказал, что это наивысший лимит премы, хотя вот это слово «лимит» оно не совсем применимо, поскольку према безграничная, просто описывает ее великолепие, великолепие этой премы. И Рай Махасой также, Махапрабху. Махапрабху, он учитель Тринад Апи Бхавы. Мы не должны забывать об этом. Он наилучший учитель Тринад Апи Бхавы, а Рай Рамананда, он воплощение Тринад Апи. Они совершают Рада Анугатию и он сам Вишакха Сакхи, и Тринадапи, естественно, в нем есть. И кто же, кого учит? И вот Рай Рамананда, когда увидел Махапрабху, он представился, что я шудра, я ничего не знаю. И что же? Как вы вдохновите меня, так и я буду говорить, я не знаю, что такое хорошо, а что нет. Махапрабху, он лучший учитель Тринадапи, а Рай Махашу на олицетворение Тринадапи. И вот таким образом. В Бхагавад-раджо, в мире премы, это все безупречно.
Там нет зависти, гнева и прочих негативных вещей. В этом материальном мире можно видеть, что все осквернено чем-то, тем или иным. Без осквернения это, как можно видеть, невозможно ничего в материальном мире, поскольку здесь нету према, здесь только кама, какое-то вожделение. Слово према, оно неприменимо в материальном мире. Это может... Оно применимо только к трансцендентному миру, поскольку здесь все осквернено. И вот Махапрабху, он... Он выражает почтение Рай Махашой, а Рай Махашой, он не принимает этого. И когда Рай Махашой... И вот когда Махапрабху услышал, он сказал, да, очень хорошо, я хочу узнать. So this way Ramaswami to give full satisfaction, that's why Ramaswami to give full satisfaction to Mahaprabhu, going to some zigzag way of prema. И Рай Махашой, чтобы Махапрабху был доволен, он описывал прему так зигзагообразно. И как эта према пришла, явилась, это очень сокровенное. И вот Рай Махашой, он великий поэт, он может описать что-то очень прекрасными словами. И то, как он все описывает, обычные люди не понимают, понимают только Махапрабху и Госвами. И вот Рай Махашой, согласно желанию Махапрабху, он описал великолепие Мадхури прямо, причем не прямо, а зигзагообразно. И вот Рай Махашой начал воспевать один киртан, который практически невозможно перевести в Шри Чайтанья Чайтамрите в Мадхья Канде, в 8 главе. 193 стих, по-моему. И вот там Махапрабху, когда Махапрабху услышал этот шлок, этот стих, он, его сердце растаяло. Это очень прекрасный киртан. Onadino baadalo avadina gelo naso ramano na ham ramani duhu prema mano bhavo peshava yani e sakhi se sab prema kahani kaathani kahogi bichhurul jani na khujulu duti na khujulu ano duhu ko milani madhye pancha bani very secret thing. Is impossible. Is nobody there in the world who can translate it? You know, but we can feel something. Abo sahi. Сложен этот текст для перевода. Дути шу пурушо прему ко айчанарити. Рама Сванеси. Follow. And Рама Сванеси going to
see the lotus mount of Prabhu, and rhinos are going to see the exact thing which is only available in Vrindavan with Radharani. Rhinos is so clever, going to drink the nectar available in the face of Mahaprabhu. After hearing this, you know, rhinos are going to stop a big silence. И произнести этот киртан Махапрабху, вот произнести этот киртан Рай Рамананда, он остановился и смотрел за реакцией Махапрабху. Слово, оно может Бхаву выразить только до определенного уровня, но есть тот уровень, где слова бесполезны, только Бхава, она может явить Бхаву. И это непостижимое такое состояние. И вот оба они, Рай Рамананда посмотрел на Махапрабху, Махапрабху смотрел на Рай Рамананду, и с слезами, которые текли по их щекам. И вот Рай Рамананда, он действовал как министр, работал министром, но вечный его сварупа — это Вишака Сакхи. Махапрабху являл чувство Радхарани, как они могли контролировать друг друга. Есть Сидда Бхава, вечная Бхава внутри их. Getting the nectar and, you know, glands, drinking. Then Mahaprabhu speaking, Rai, go on speaking. I cannot bear. You shouldn't stop. Go on. Rai, bolo, Radha Kishan, Ananda Madhurjar Katha bolo. Go on speaking the super excellency of the Bhava between Radha Kishan. What is the jig-jag way of prema? This way, Mahaprabhu going to request to Rai Mahasaya. И вот Махапрабху просит Рай Махасая. Махапрабху практически уже потерял все сознание из-за этой премы. Он практически потерял сознание. И вот после этого опять Рай Махасой, он спел один киртан с Видьяпати, и это великолепное чувство. Это Бхава, ее нельзя купить на рынке. Она возможна только между преданными раганугами, а посторонние люди, они не поймут всего этого. И когда у меня будет время, я расскажу о сокровенной сути поэзии, которую написал Рай Махасой. Или кратко я попытаюсь сейчас сказать. Это вопрос Пурва Раги, Стай Бавы, Випраламбхи и Самбхоги. Вот есть два вида. Это что такое вот эти все термины. Если я не расскажу, вы не поймете, что к чему. Пурва Раг значит, перед тем, как встретиться с Кришной, услышав от Сакхи, или увидев изображение своего возлюбленного, так если вот кто-то увидел своего возлюбленного, уже предался ему, полюбил, но не может встретить, и это состояние сложно почувствовать, это невозможно. И Радхарани говорит: «О, Лалита, кто Who is going to speak Sam now?
кто будет говорить шьямнам, мое сердце, оно растает, я не могу находиться. Kaneer vitor diya marame poshilo, and this Sham Nam going to enter in my ear and going to get permanent place inside my heart. Kaneer vitor diya marame poshilo, akun korilo pran. I become restless, I become mad. Everybody can speak that Radhika Rani says mad lady. How I can check myself? There is a condition. It's called actually Purvarag. I mean before meeting with Hero. Сложно переводить. Махарадж все о Пурвараге говорит, о Бхаве, о Преме. Tremendous attraction. Purvarag. Пурвараг – это огромное влечение к Кришне, непреодолимое влечение, и это Пурварага. Я должен сказать так, что Махапрабху и Рая Махашой и Сваруп Гасай, они внутри этой гамхиры, они обмениваются этой прекрасной премой уникальным образом. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, только и только когда вы встретитесь с таким преданным, у которого есть такое чувство, такое и с одинаковое стремление, похожее на ваше, Махапрабху, он никогда не мог потерпеть такого расабаса из Сиддханта Вирода. И Махапрабху не мог потерпеть расабаса из Сиддханта Вирода. Расабас значит матху раса, ватсали раса, например, они, если они смешиваются, это очень плохо. И Махапрабху такого терпеть не может. И Махапрабху очень гневался, если какой-то расабас или Сиддханта Вирод возникал. Обычные люди, у них нету здравого смысла насчет раз, как они, то, что они не могут смешиваться, они очень глупые, могут какую-то ересь сказать. И Махапрабху эту бхаву являл только внутри гамхиры. Гамхира – это значит также важность, нечто очень значимое, сокровенное. Важное. Это слово несет в себе огромное значение, но мы не можем понять этого, к сожалению. И таким образом Махапрабху, он внутри Гамхиры, и Рай Махашой, Сваруп Дамодар, и Махапрабху там только были. Если расабас возникал случайно, то это плохо, это Сиддханта Вирод за этим следовал. Сиддханта Вирод, значит, ересь, в общем, какая-то, которая не соответствует учению Махапрабху. И Mahaprabhu not in. How I can finish? I don't know. Impossible. I will have to jump actually. So, Mahabhava, you can. И вот Махабхава мы можем. Махабхава это. Mahaprabhu waiting to hear that Bhava. Which is only available with Mrajagopi. Та Бхава, которая есть только в Мраджагопе. That Mahabhava also can be divided into two parts. One is Rudra. И Махабхава на две части может быть разделена, Рура и еще какая-то. Рура значит такое, Рура и Адхирура.
Рура значит такое. And you can feel this because you have to understand the feeling of Mahaprabhu. When Krishna Sukhevo, when Krishna is going to feel okay, very happy, but still those Brajagopikas, they are still going to think very sorry. They are going to think that maybe Krishna feeling pain. Japte suyat chararambu hamstaneshu. You know, this sloka. Very nice, excellent. Japte suyat chararambu hamstaneshu. Bhitasane dadimahi karkaseshu. Tenatavim patitadavita tenasim kimshit. Kurupadivirbhamati dirbhavadayu samna. Is that from? You know, that Gopi. Вот это шлока из Гопи Гитты. Из Бхагаватам. Гопи говорят. Мы хватаем тебя за... А мы помещаем твои лотосные стопы к себе на грудь, поскольку твои стопы очень нежные, а мы чувствуем, что наша грудь столь жестка, что ты чувствуешь боль. И это великолепная бхава. Рура-брава. И вчера я говорил, можно вспомнить, Удавджи Махарадж, когда он прославлял имя тех гопи. Katha Rasasya. This Uddhavji Maharaj speaking yesterday. Eta Param Tanuvrito. They are actually this Gopi Gopabadhu. Those are Gopikas. There are super excellence there. But Gopi. Eta Param Tanuvrito. Bhubi. And this В этом мире никто не может быть сравнен с Гопи, поскольку они... Говинда — объект любви, Ахилатмани, он пребывающий в сердце каждого, в форме Параматмы, Говинда, который пребывает в сердцах всех. They are going to show, expose their Rudra Bhava. They cannot live. Они не могут жить без Говинды. Panchandriya Bhavavi, all Munirisi, all Vedavi, they are coming in the form of, you know, все Муни и Риши, и Веды, Упанишады. And we also expecting this kind of, but impossible, we cannot get. Panchandriya Bhavavi, Panchandriya Bhavavi, Munayo Bayancho, we also expecting. Brahma Shankar, everyone, who is going to... Brahma Shankar, они тоже все надеются родиться как Гопи. И что мы будем делать с рождением Брахмы, столь долгое рождение, столько жить Брахме. Tremendous test of Harikatha. So what they can do in this kind of long lifespan? Useless. King Brahma Janma Vir Rananta Kathara Sosya. А те, кто обрели вкус к Харикатхе, что они будут делать с таким долгим, с такой долгой продолжительностью жизни? И вот Махабхава может разделиться на две части, Рура и Адхирура. Когда Кришна чувствует себя очень счастливым, но все же гопи, они думают, что, может быть, Кришна чувствует какую-то боль. Может быть, Кришна не говорит, но все же чувствует какие-то неудобства. When Krishna is going to enjoy, Krishna will not, you know, happy, still they are going to break their heart themselves. Oh, maybe Krishna feeling, you know,
И вот даже когда Кришна вроде всем доволен, они все равно беспокоятся, что может быть он недоволен и не совсем счастлив. И когда эта баба приходит, то все... Если кто-то может достичь этой рура-бхавы, то любое наслаждение во всех брахмандах, которые есть, если принести, при... Если это предложить ему, то это ничто никогда не сравнится с тем чувством, когда они встречают Кришну. Они получают трансцендентное блаженство, это нельзя сравнить. Трансцендентное блаженство от встречи с Кришной нельзя сравнить ни с какими вещами во всей Брахманде. И в то же самое время, когда они теряют Кришну, они не могут видеть Кришну, их чувства вирахи, чувства разлуки, его тоже нельзя сравнить ни с какой болью во всей Брахманде, во всем мире. And now there's Gopika is going to feel. It's just like snake biting. Это подобно укусу змеи или укусу скорпиона. Когда скорпион кого или змея кого-то жалит, what kind of pain you can feel? То за боль мы чувствуем. Пытайтесь почувствовать. Богатые люди, они могут пить чай с кофе, с какими-то сладостями, смотрят в это время Каля Даман Лилу, но это глупо. Они не знают. Maharaj, there is no reality, nothing in it. If I going to put one snake inside your room, но они не чувствуют ничего, что происходит в этой лиле, если просто какую-то змею или скорпиона показать кому-то перед носом, и такие люди, они страшно пугаются. А тут они смотрят про Каледаманлилу, пьют чай, заедая сладостями, с таким чувством, как будто Кришна их... Кришна как будто какой-то актер, который их развлекает. И это совсем не бхакти, а люди с таким бхакти, так называемым бхакти, пытаются войти на путь Рагануга Баджаны. В этом наша такая плачевная ситуация. And all Scorpios going to beat a man, what kind of situation can be there? In the infinity world, if there is such painful situation there inside the heart of so many people, you can put all in together. It can never be compared with the separation mood, painful situation of separation mood from Krishna. Now you understand? Если собрать всю боль, всю, все несчастья в этом мире, то это никогда не сравнится с болью разлуки с Кришной. У меня нет независимости. Если я буду говорить неправильно, то Гуру Вага накажет меня. И вот сейчас я хочу сказать что-то об Атхирурабхаве, хотя у меня нет права говорить об этом, но я попытаюсь. Атхирурабхава такая великолепная баба. Она может... И вот... В общем, это Атхирурабхава, она на две части тоже может быть разделена. And there is so kind of agitation going to take place inside heart.
is going to faint, going to die, cannot see anything. Radhika Rani going to embrace one plum tree, tamalvi or tamalvriksha. Black is in color, I get Krishna. You know. Impossible. Mohan. You know. This kind of bhava is almost rare. Almost rare. So, эти бхавы, они очень-очень редки. You try to understand actually this thai bhava. I'm just touching it, I'm not going to discuss in details, impossible. This thai bhava can be divided into four parts. One is purvarag, another is man, and is prem by chitra and prabhas, this kind of thing. Anyway, so now I come back to, I can discuss it all in details. So, maybe tomorrow. So, Vidyavati, now Mahaprabhu is feeling super excellent bhava. Now Mahaprabhu very happy. All the secrecy of prema going to be unveiled by Rai Mahasaya. Mahaprabhu very happy. И вот Марай Махашой раскрыл все секреты премы, Махапрабху был очень доволен им. Махапрабху going to sing. Dhyamasa is speaking the first song. Pahele hi raga nayana bhanga bheva anudina raga anudiga anudina bharalo abadhina gyalo. Now, first of all, when hero and heroine, Radha and Govinda looking each other, they are going to become restless, they are going to lose their, patience. They even they cannot sleep. Pahil means fast. Fast when the four eyes, two eyes of Krishna and two eyes of Radharani going to meet with each other. Pahilehi raga nayana bhanga bheva. Then this kind of kataksha, this kind of arrow going to touch the heart of each other. Сложно переводить тут на санскрите большая часть. And this kind of bhava, not they cannot check. Anudina bharalo abadhina gyalo. There is unending. There is unending ecstatic feeling they are feeling. There is none. Когда Кришна и Радхарани, они смотрят друг на друга, они чувствуют огромное блаженство, которое увеличивается до безлимитной степени. И будьте осторожны. Рамананда говорит Махапрабху. Кришна и Радхарани – это не мужчина и женщина, которые встречаются. The Baba of Radharani. Рай Махаршо описывает Бабу, чувство Радхарани. Shakhi, not that he is my, he is man and I am woman. Not that. Naso Ramano Naham Ramani. Duhu Mano Mano Bhava Peshara Jani. As if they are pesting, one kind of glue. My heart and my Radharani is speaking, my heart and his heart. Радхарани говорит, что наше сердце, оно подобно одному, оно не может быть разделено. О, Сакхи, что я скажу об этой сокровенной преме? There was no messenger, nothing. Не было бы. No, messenger. Нет никого. Automatically. Автоматически это произошло. Это Пурва Сидда Бхава. Према Радха Говинда, она не новая. Она ничего не похожа на встречу мужчины и женщины. Она это према вечна. Радхарани говорит об этом. Give the, my message to her or him or he can. No.
No khajala duti, no khajala anu. No. It's automatically это автоматически. Камбан, you know? Камбан. Камгайтри, камби, you know? Камгайтри, камби. И там есть что-то есть, в общем, панчаван. Что значит панчаван? В материальном мире, когда этот пример он должен быть, поскольку без этого примера ничего понять не можем. Не сможем. И Махапрабху также говорит здесь. Поскольку без этого примера других нету. И в Арчан Падьяти мы можем также найти то, что это влечение существует. Почему? Из-за того, что такой невидимый Камадев, а Пракрита Камадев – это Кришна, трансцендентный Камадев – это Кришна. Если вы чувствуете влечение к нему, это хорошо, но естественно, кто нет, чувствует какую-то материальную камму. И поэтому Махапрабху, он хотел сказать: «О глупцы, вы должны избавиться от чувства материального вожделения». Я знаю, когда кто-то слушает Рай Рамананда Самвад, как-то сравнивает это, так сказать, с чем-то материальным, но это неправильно, это только оскверняет наше сердце. И поэтому в Арчан Падьяти говорит, такие слова говорятся, когда в материальном мире, почему мы видим такое огромное влечение женщин к мужчинам, мужчин к женщинам, почему они ничего не могут сделать, это под влиянием Пракрити природы происходит, поскольку они находятся под контролем Пракрити. И пока они не достигли совершенства, они будут так действовать в соответствии с желанием природы. А достичь совершенства, избавиться от влияния природы, это не так просто. И вот почему... И вот в трансцендентном мире есть Апракрита Камадев, трансцендентный Камадев, и в Раджа-гопи они чувствуют влечение, поскольку из-за этого Апракрита Камадева и также в материальном мире мы можем чувствовать какое-то вожделение. Я пример могу привести. Один пример лучше, чем тысяча философий. Как Гималай, как выглядит, можно рассказывать, стихи слагать, описывать их как-то, но и то не ясно, как Гималай выглядит. Но если поехать в Гималай и показать, вот смотри, вот Гималай, вот, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот ты тысячи различных философий, описаний, дискуссии, они не столь полезные, чем живой пример. И вот можно вспомнить Нара-Нарайан, они совершают баджан в Бадри-Нарайане. Я был там несколько раз, давно достаточно. Сейчас ситуация поменялась, мы можем не ехать, но я давно был лет там 20 назад, и вот там Нарайана Парват, эти две горы Нарайана, они смотрят друг на друга, совершают баджан. Кто-то, если удачлив, может видеть их, не каждый может видеть, опять же. Понимаете? И таким образом Нарайан, они совершают свой баджан там и совершают аскезы. И они такие аскезы совершали, что Индра, он испугался, что может они займут мой пост. И он испугался и послал, кого-то послал к ним.
В общем, каких-то красивых женщин послал, чтобы они нарушили их аскезы. И вот они пытались как-то побеспокоить их, стреляли в них стрелами вожделения, прекрасными запахами, красивыми цветами и прочее, прочее. В общем, сделали так, чтобы мужчина, несомненно, почувствовал вожделение. И прекрасно танцевали. Вот эти Тилатама, как так их звали, вот они танцевали, пытались как всячески соблазнить их. И после этого Нараян, он очень милостив был по отношению к Индре. Но они подумали, насколько глуп Индра, что думает, что нам нужен его пост. Yat Kuruna Kataksha Vibhavatam Tam Gauru Vivastam. What I can do with the post of Brahma? I don't need. Что я буду делать с постом Брахмы? Мне это не нужно. И пост Индры также не нужен. Бесполезен. Одни проблемы. I don't need. This way actually Kaivalya Narakayate. Kaivalya Mukti become like hell. Kaivalya Narakayate. Tidasa Pura Kasa was fired. The post of Indra. Oh, useless. Just like, you know. Им пост Индры казался каким-то. Flying flower, you know. Flying flower. There is no support. Kepuspo in Sanskriti. Ну, какой-то ерунду. This way actually they will be disturbed. But anyway, Naranaran is Naranaran. They are not like Indra. So how they can understand the mood of Naranaran? Narayanan anyway going to do bhajan. Finally, when they are going to make big mistake, problem, then Narayanan thought, we must do some, we can do something for them. Okay. After Narayanan opened their eyes in front of dancing, you know. И вот, в общем, эти достали этих Наранарайну, эти танцовщицы. И вот они открыли глаза, и когда Наранарайн открыли свои глаза, то они испугались, поскольку те, кто совершают аскезы, их взгляд очень острый, нельзя просто смотреть на них. Сила в их взгляде, и они испугались, эти танцовщицы захотели все остановить, закончить, а Нараян, что сделали? Они также показали что-то Индре. Они... And they are going to offer to Indra. You take it away. It is useless for us. You can take away to your heaven for decoration. И вот они сделали какую-то прекрасную урваши, самую прекрасную женщину на небесах, и отправили ее Индре. И Индра, увидев ее, сошел с ума. О, я глупец, хотел обеспокоить их. Они вот послали мне женщину гораздо красивее, чем те, которых я их послал. Above knee, there is one person that is called Thai. From there, they are making Urvashi. А нет, у вас из колена, не колено, из кости ниже колена, которое из нее сделали. И they are going to throw the arrow of material karma. The same Kulashika when speaking, Madano Pariharo Sthiti Madihe, this sloka. It's also
material dharma. Material dharma can make no disturbance in front of a genuine Raganuga. Материальная карма не может причинить никаких беспокойств подлинному Рагануга преданному, поскольку его сердце, его душа, она захвачена великолепием этого Рагануга Бхакти, и материальная карма ничего не может сделать, она может прийти и уйти с пустыми руками. И таким образом Радхарани говорит: Духуко милане мадхо панчабан. Five kinds of kamban there, or pragita kamban, and this kamban is responsible for our love, secret love. How develop I cannot say. This is duhuka milane matha panchabran. This is excellency. Now, when hearing so many things from Ramaraya, и вот, услышав так много от Рай Рамананды Махапрабху, сказал: говори, говори дальше, я хочу больше слушать нектарной Харикатхи. И тогда Махапрабху, он потерял свое сознание, и Махапрабху, он воспел киртан, написанный в Видевате, из Читани Читамриты. They are writing, Mahaprabhu going to protect his heart by hearing all the songs written by Vidyavati, because they are Rasik Churamani, topmost. Vidyavati Chandidas, Vidyavati Chandidas, Mahaprabhu спас себя, слыша сокровенные секреты премы из их уст, в Читани Читамрите об этом описывается. By hearing all the secret, you know, prema vikar, the songs by Rai Ramananda, actually Vidyavati Chandidas, this way. There was a nice song, Mahaprabhu started singing, Nava Vrindavana Navina Turugan, Nava Nava Vikashita Phool. If I express, you cannot understand, so no need. Nava Juva Raj, Navina Nava Nagari, Milaye, Nava Nava Bhati, Niti Niti Vaishano, Nava Nava Khelam, Vidyapati Mati, Masati. This way actually, Raya Mata is taking permission from Mahaprabhu today actually night. So you permit me, I am going away. И вот Рай Махашой просит позволения у Махапрабху уйти, поскольку уже ночь, следующий день давай встретимся. И вот на следующий день, когда Махапрабху опять встретился с Рай Раманандой, они опять начали говорить о этих сокровенных лилах. And about them, you speak something more. Gopigan, some of them Anitya Siddha, some of them Sadhan Siddha. Какие-то Гопинитья Сиддхи, какие-то Садан Сиддхи. Different kind. Devya or Upanishadi or Munigan, very Upoka, Gopikas, not one type. Nitya Siddha means? Есть разные, много разных видов Гопи. Sadhan Siddha means? Ayo, Gopta Alatta Nirgama. When one gopi not going any gate to go to meet with Krishna, they are going to leave their body and they transcend. Jivur gunamaya diham. И те гопи, которые не смогли встретиться с Кришной, вот особенно Садан Сиддхи, они умирали, оставив свое тело в разлуке с Кришной. I already heard about different kind of Nayak hero, you know, Dhir, Lalita, etc. You can remember. Maybe 5 days ago, I was discussing, 5, 6 days. Now Mahaprabhu would like to hear division of Nayika. Ramas are speaking, usually 3 different kind of greater than Nayika, Mugdha, Madhya, Apragalaha.
Mugdha, Mugdha is, you know, is feeling some, you know, feeling some, you know, what I say, some, it is like hypnotized, you know. Mugdha nari, maner, vaidagdha. Еще гупи на какие-то три вида подразделяются. Art to maintain mood in front of hero, they don't know. Only going to cry and crying by the negligence of hero, going to cry and cry. This crying is only instrument. It's called mugdha. When hero going to speak something, then they going to get some consolation. And also, Madhya Pragalabha, I speak, I feel shy to speak power to me. Madhya and Medioka, they are actually Medioka. They are not so much, you know, feeling, you know, excitement like that. They can control themselves a little bit as Madhya Pragalabha. That Naika also can be divided into Dhira, Adhira, Evam Dhira, Adhira, even. So, what to speak, you know. I don't like to speak in details about that. It's very secret thing. Now, actually, Mahaprabhu wanted to hear about Vipralamba Bhava, what different kind of Vipralamba Bhava. Then I already started speaking about Vipralamba. No, Charipaga, four different kinds of Vipralamba Bhava can be there. You know. Есть еще четыре вида разных випраламбхабав. Как раз, в общем, перечисляют их всех. Пурвараг, I already speak. And actually, man is so many division actually. It's complicated for you. So I shouldn't discuss in details, you know. You know. Make cloud or the hair, you know, or after watching mayur, I mean peacock, is one kind of, you know, excitement they can get. They can get this kind of purvarag. When they can see cloud, they can see Krishna's there. This kind of purvarag. And man actually, Krishna when going to live somewhere whole night, when going to come in front of Radhikarani last night, then Radharani become very angry. Man go to him. Also in Brajadam, also man inside Brajadam, this is. And also you can remember when Krishna going to give, you know, Parijat, one very, very nice flower to Rukini. When Narad Muni going to speak to Однажды Кришна подарил Рукмини Париджат, и когда она сказала Сатьябхаме, та очень разгневалась, перестала говорить с Кришной. So, man mean, и вот ман, значит, angry, гневаться я не могу сказать, yeah. Таким, недовольство какое-то. И вот Кришна, Kalahan Karita Dasa, Basat Sajya, so many, I don't like to speak right now, impossible. Foolish people cannot understand. So, then become very annoyed and not, man not going to speak even. This way is called man. So, in Dharuka also, when Narada Muni going to speak to Rukmini Devi, в Двараке, когда Нарада сказал Сатьябхаме, что Кришна такой цветок Париджат организовал дерево Париджата с небес и подарил Рукмини,
И Сатьябхама узнал об этом и очень разгневалась. И все они хотят соревноваться как-то с Кришной. Сатьябхама, Рукмини, все хотят соревнуются как-то друг с другом. So madhurya prema, the intense tie or attachment between subject, I mean subject madhurya of prema, vishaya and ashraya. Это связь между вишой и ашрой. Такая взаимная привязанность. Madhurya prema has three aspects. У нее есть три аспекта. One is paura. Первый paura. One is Madhya prema. Махарадж перечисляет их. Manda prema. Manda means slow, retarded, occasional. So paura prema means prema. И вот первое значит prema в полной своей зрелости. На этом уровне разлука между объектом и субъектом према, она нетерпима. Паура према, ее невозможно вытерпеть, Мадья эту разлуку. Мадья према, она средняя, в которой разлука с объектом и субъектом, она болезненна очень, но вытерпеть как-то можно. Очень тяжело, но можно. А вот последняя према, это према такой другой природы, не столь великолепна, как эти две первых. There are occasional lapses of oblivion about the things related to the Supreme Lord, Sri Krishna. And I already told yesterday, Madhura Prema going to... Вчера я говорил, что Мадхура Према, она так много других качеств имеет, как Снеха, Мана, Праная, Рага, Анурага, Бава, Махабава. This I already told. Я уже вчера говорил об этом. And you know, и, in Chaitanya, in Rasamrita Sindhu, в Расамрита Синдху, in the science of spiritual life, на пути духовной жизни, на уровне садханы, духовной практики из Шрадхи до уровня Анартханивритти. Анартханивритти, first of all. В начале всего Рупа Госвами подпишет, начиная с Шрадхи до Анартханивритти, постепенный прогресс, постепенно мы должны совершать баджаны шаг за шагом, начиная с обусловленного состояния до уровня самопробуждения, до уровня самосознания. And from nishtha to after that from nishtha to bhava также постепенно и индивидуальные какие-то состояния в Расамрита Синдху есть указание на них с ништи до бхава и после этого бхава и здесь мы находим много вещи, которые нужно обсудить. И все это трансцендентно. Снеха, что такое снеха? Есть грита снеха и мадху снеха, я говорил о них, и вот что такое снеха. Когда лампа премы сияет и достигает уровня великолепия и сердце объекта премы плавится, это према зовется снеха. И когда снеха, она сияет внутри нашего сердца, то тогда
ever new trust all the time, new, you know. Sneha means cannot. Это чувство, оно постоянно разрастается и никогда не кончается, оно вечно новое. Мы всегда так радуемся и хотим видеть Господа снова и снова. И это снеха, я уже описал ее ранее, Грита снеха и Маду снеха. И что мана значит, я до маны сегодня дойду, и все. И когда снеха преисполняет наше сердце, и в таком сверх уникальном виде все с большей сладостью. И вот все больше сладость мы чувствуем внутри нашего сердца. Это чувство, которое мы никогда раньше не чувствовали, оно зовется маной. Завтра я буду говорить о них. Уддата-мана и Лалита-мана есть. Завтра буду говорить о них. Бикшалакабритамукам тавакундала сри гандосталадхарасудхам хаситавалокам даттавайанчабхиджаданджугам вилакшо Бхакшо Сриайка Рамананча Бхавама Дашо Ванча Калпатура Сикипасинди Бхавача Патитанан Павана Бхавишна Бхю Намо.